Обещаю. Ты их лазутчик, Тимофей! Ликинос? Я рад, что ты в порядке. Ты снова спас наши жизни. Во всех смыслах. Хозяин орла еще не спас вас. Сыновья Диокла, рад познакомиться. Должно быть, это ты виновен в смерти отца. Виновен? Он был одним из лучших моих людей, пока не подставил меня. Он бы не стал работать на тебя. Выбора не было. Диокл был игроком. Плохим. Без моей поддержки вы бы давно лишились своего домика. Твоя поддержка наверняка дорого. Да ну! До смерти Диокла мы работали с ним вместе. Диокл выплатил свой долг кровью. Что тебе нужно от Ликинуса и Тимофея? Я хотел стрясти долг с сыновей Диокла. Но ты убил моего соперника в Коринфе. Не за что. Ты оказал мне услугу, так что я отпущу братьев, чтобы вернуть тебе долг. Он убил отца! Ты что, правда дашь ему уйти? Да, Мистий. Ты правда дашь мне уйти? Нет. Ты заплатишь за все. Будь по-твоему, Мистий. Спасибо, что спас мою жизнь. Я давно хочу тебе кое-что сказать. И я кое-что хочу ему сказать. Прости, что убежал от тебя тогда. Это ничего не значит. Я бы тебя не бросил. Я хочу сказать, что не должен был убегать. Вы познакомились, только Мойры высказали. Я люблю вас как друзей. Обоих. Ну, ясно. Ну, есть. В общем, видимо. Мистий, могу я поговорить с тобой? Похоже, ты умнее других наемников. Возможно, умом ты не уступаешь самой Афине. А ты прямолинейна. Но это правда, Алексиос. Мы знакомы? Не притворяйся, что люди не знают о твоих поступках, хозяин орла. У меня есть несколько поручений для наемника твоего уровня. Но если ты считаешь, что не справишься... Каких поручений? Для начала я хочу тебя испытать. Кто из богов опаснее, Посейдон или Аполлон? Ответ в ближайшей гробнице. А, загадка. Загадки многое значат. А за реш... Хорошо, я решу загадку. Найди кладбище у святилища Афины и ответь мне, кто опаснее. Аполлон или Посейдон?
кораблик, подношение Посейдону. Кто-то явно боялся погибнуть в море. Здесь лежит мой отважный брат. Он должен был дать бой врагу, угрожавшему нашему дому, но стал пищей для акул. Все, что от него осталось, погребено здесь. Акулами повелевает Посейдон, как и прочими морскими тварями. Он более опасный бог. Здесь лежит мой отец, простой земледелец. На него напал лев и разорвал на куски. Да обретет он покой. Золотое блюдо с символом солнца. Дар Аполлону, посвященный его юности и силе. У львов золотистая грива, как солнце. Аполлон наверняка любит этих зверей. Значит, он более опасный бог. Защити нас от зубов и когтей. Похоже на молитву ребенка. Ты! Я знаю, кто ты! Афина подослала тебя ко мне! Почему ты так думаешь? Меня должны были судить за убийство, но все записи сгорели при пожаре. Я был свободен! Но недавно мне приснилась Афина. Она взывала к справедливости. И вот ты здесь. Да, я здесь по воле самих богов. Встанешь на моем пути, и тебе конец. Я помню, что сказала Афина. Я встречу смерть с клинком в руке. Я нашел все, что нужно. Теперь могу разгадать загадку. Ты долго был на кладбище. Нашел что-нибудь? Откуда ты знаешь, что я там был? Это не важно. У меня сандалии в грязи или что-то на лице. Как легко ты догадалась, что я делал? Возможно. Но скажи, какой же бог, по-твоему, опаснее? Посейдон или Аполлон? Почему это так тебя интересует? У меня есть два поручения. Но то, что полегче... Пожалуй, может выполнить любой наемник. Более опасное задание я поручу тебе. Опасны оба, но один человек сказал мне, что меня послала убить его сама Афина. Надо же, твои слова наверняка позабавили бы богиню правосудия. Один человек решил дать бой пиратам, но его разорвали акулы. Это Посейдон покарал того, кто посмел его оскорбить. Защита земель запретных для смертных. Посейдона действительно можно счесть опасным. О, ты согласна? Это было обдуманное суждение. Я довольна. Вот, возьми это в награду.
Ты просила меня судить, но сама судишь меня. Правда? Подумай вот о чем. Тот человек очень рисковал, выйдя в море. Ты сможешь узнать, почему. В эпитафии говорилось о пиратах. Может, они до сих пор опасны. Найди родных того человека в Мегариде, к югу от руин храма Аполлона. Я их навещу. Мистий, я молился Посейдону, чтобы он послал нам кого-нибудь в помощь. Я почти отчаялся, но ты пришел. Говорят, твоя деревня в опасности. Да. Мой брат ушел в море, чтобы остановить солдат и не дать им сжечь наш дом. Они, знаешь ли, не любят пиратов. Но на его корабль напали. Акулы кровожа. Откуда ты знаешь? Мне очень многое ведомо. Наверное, лучше не спрашивать. Так солдаты все еще угрожают вам? Да. Но я знаю, что делать. Я построю корабль, который они не смогут потопить, и спасу деревню. Какая решительность? Что еще тебе нужно сделать? Многое. Тут неподалеку обосновался отряд солдат. Добыть материалы. Ты умен и прозорлив. Я достану материалы, а солдат оставлю тебе. По рукам. Но будь готов к схватке с дриадами. Я займусь этим. Теперь он сможет достроить корабль. Кажется, это все. Спасибо. То, что для носа корабля. Именно. Оно у затонувшего корабля Ариабигна. Если, конечно... Я поищу. Тебя ждет работа.
Вот. Подойдет? Да. Думаю, подойдет. Что-то не так? Я помню, как эта око смотрела на меня, когда корабль тонул. Знаешь, ты ведь можешь заниматься не только пиратством. Наверное, ты прав, Мисти. Ты помог мне все переосмыслить. Спасибо. Желаю тебе найти более спокойный путь. Нужно вернуться к той женщине и обо всем ей рассказать. Я навестил брата-мертвеца. Да? Так что стало причиной столь опрометчивого поступка? Он был пиратом и собирался дать бой солдатам, угрожавшим его семье. Но враги потопили его корабль. Почти как в трагедии. И что же ты решил сделать? Ведь этим занимаются мистии, принимают решения. Я отдал брату-пирата материалы для постройки более прочного корабля. Думаю, я подал ему пример. Он решил бросить пиратство и начать новую жизнь. Ясно. Твой ответ может поведать многое о тебе. Зачем тебе вообще что-то обо мне знать? Это важно для того, что грядет. И очень скоро. А пока возьми это. Спасибо. Похоже, ты задумала что-то еще. Возможно. Ты прошел испытание моря. Но что насчет острова огня и дыма? Я не прочь исследовать этот остров. Хорошо. Я почти что впечатлена. Правда? Я теперь точно впечатлен. Ты отправишься на остров дыма и пламени. Но сперва нужно забрать ключ у моего помощника. Без ключа на острове нечего делать. Помощник такой же странный? Почти что смешно. Мой помощник живет на кладбище, где ты уже бывал. Он отшельник, так что времени ему хватит даже на разговоры с тобой. Я пойду за ключом.
Знал, что ты вернешься. Сова все знает. Мне нужен ключ от... Так ты за ключом? Хочешь сказать ключ? Он кое-где припрятан. Звучит небезопасно. А как же его... Почему все всегда так? Ту... Ключ у меня. Пора вернуться к той странной женщине.
тебя! Я нашел твой ключ. Он был очень хорошо защищен. За это я и плачу своему помощнику. А где именно ты берешь деньги? Я трачу лишь на то, что считаю самым необходимым. Я почти что бережлива. Раз ключ у меня, я могу посетить Остров Пламени? Или мне стоит подготовиться? Тебе решать, Мистий. Готов ли ты посетить кузницу Гефеста? Вот так? Даже странных вопросов не будет? Не знаю. Может быть, позже. Я готов посетить этот остров. Хорошо. Ты прошел испытание. Прошел? Я впечатлен. На острове под названием Кузница Гефеста, где земля изрыгает пламя, а небеса затянуты дымом, спрятан легендарный шлем. Принеси мне его. Стоит ли плыть туда ради одного шлема? Остров почти полон сокровищ. Можешь оставить себе все, кроме шлема. Хорошо, я посещу остров и найду шлем. Гаргафона была выдающейся женщиной. Она родилась от брака эфиопской царевны Андромеды и Персея, Горгона-убийцы, в честь которого и была названа.
то время женщины выходили замуж девственницами, и если лишались мужа, доживали свой век вдовами. Гаргафона нарушила эту традицию, и ее род принес Элладе множество знаменитых потомков. По легенде, одна пожилая воительница принесла столько бед людям, живущим у озера Тритонида, что сам Персей пришел забрать ее жизнь. Говорят, что это была Гаргафона, напоследок решившая напомнить, на что она способна. Первым мужем Гаргафоны был царь Мессинии и Спарты Периер. Их сыновья со временем стали правителями Спарты. Thank you.
Гаргафоны был и второй муж, царь Спарты Эбал. Их потомки прославились еще больше. Среди них Елена Троянская, Кастор, Полидевк, Клитемнестра и многие другие. Обычный шлем. Но почему его спрятали? Нужно вернуться к той женщине. Еще шаг, и нарвешься на неприятности. Пылающий остров, спрятанная гробница. Было почти что трудно. Даже для тебя? Ты преувеличиваешь, хозяин Орла. Нашел шлем? Конечно. Но как ты узнала об этом жутком месте? И кто ты такая, чтобы меня туда посылать? Как ты думаешь, Алексиус? Кто-то говорит, что я мудра, кто-то говорит, что я сама мудрость. Как ты думаешь, кто я? На кладбище я встретил человека, считавшего, что меня наняла Афина, чтобы его убить. Но, возможно, он просто думал, что ты Афина. Верить безумцу не самое мудрое решение. Ты отправила меня к пирату, попросившему о помощи. Чтобы испытать мою мудрость или как наемника?
ты отправился к пирату. Я лишь дала возможность. И, наконец, тот отшельник с ключом. Он даже стоял у статуи совы, традиционной спутницы Афины. Это шутка? Или то, во что он верит, правда? Как много мыслей. Почти что слишком много для твоей головы. Прими решение, Алексиус. Как потомок Леонида и продолжатель его рода, я обязан воздать тебе почести, Афина. Этот шлем был благословлен твоей рукой. Если это правда, я принимаю почести. А теперь покажи мне найденный шлем. Надеюсь, он того стоил. Ты веришь в человечество. Я лишь надеюсь, ты видишь и его недостатки. Сейчас я кое-что сделаю. Вот так. Теперь шлем должен тебе подойти. Спасибо. Надеюсь, в путешествии ты обрел мудрость. Я узнал, что кто угодно может вручить подарок.
Ну да, Адрестия прекрасна. С виду не скажешь. Испугался, братишка? Мечтай. Ну куда ты направишь его руку? Туда, куда дует ветер. Сейчас не время. Теперь к магистрату. Нам так нужна твоя помощь. К делу. Агапий станет защитить. Я люблю Агапи. Благодарим тебя. Мисти! Кинжал знает, где мы. Надо спешить! Мы не сможем взять кинжал без боя.
Надеюсь, Агапий не натворил глупостей. Вот какова судьба моего брата. Вернулся из царства Аида только за тем, чтобы отнимать жизни у других? Не из царства Аида, Дрозд. Со дна морского. Посейдон не спас меня, когда я тонул. Я спасся сам. Сам! Богов нет. Есть лишь смертные. Пойми это, и будешь готов править миром. Не все люди жаждут править миром. Некоторые хотят просто жить. А, Мистий! Зимородок! Нет. Его зовут Нарит. Он не просто имя, которое можно вычеркнуть. Он мой брат! Моя семья! Семья самое важное. Да, да! Никто не должен умереть. Послушай, брат, прошу. Ты был рабом, брат, а я поработил мир! Его чудеса, вино, людей. Мы можем владеть им вместе. Нам суждено летать, маленький Дрозд. Агапий, не верь зимородку. Подумай о том, что он натворил. Сколько боли причинил людям. Он мой брат. Я его спасу. Знаю, я спасу его. Хозяин, Мистий, прошу, не нужно насилия. Ты знаешь его лучше других. Ты говорил, тебе можно доверять. И ты доверял мне. Нарит, брат мой, помнишь, как мы в детстве бегали по улицам Халкиды? Прятались от отца. Хотели улететь от него, как птицы. Как Дрозд и Зимородок. Начнем сначала. Скирос, Эвбея, Кинжал... Давай оставим все позади. И не вернемся. Улетим. Когда лети, Дрозд? Лети! Нет! Агапий! Прощай, брат. Кинжал мой, Греция моя. Их никому не отнять. Ни моему брату, ни тебе, Мистий. Убить Мистия! Кинжалу конец! Агапий, друг мой. Ты был врагом. Теперь ты сильнее. Агапий, старый друг! Нельзя было тебя отпускать! Зачем я тебя отпустил? Ты преподнес ему великий дар. Он стал свободен на краткий миг. На краткий миг. И это величайший дар для всех нас. Со смертью Зимородка и его людей кинжалу придет конец. Эвбея свободна. Надеюсь, все было не зря. Свобода. Она того стоит. Хайре! Герой Эвбеи. Дрозд и Зимородок.
Если нельзя верить брату, кому вообще можно верить? Они одурманены. Что здесь случилось? Спасибо! Пираты устроили в крепости дозорный пост. Я безгранично благодарен тебе за доброту! Слава Гермесу! Я хорошо сестра!
скіпу зігнами. Спасибо. Что произошло в лагере? Хайре! Ясно, почему ты любишь приключения. Разбойники сдаются без боя. А вот и вино! Ха, только вкус странный. Решил взглянуть, как работает мастер Варнава. Вино из лотоса. Их опоили. Мне дурно. Выпил вино из лотоса. Приди в себя. Циклоп! Свинья? Циклоп, свинья? Ладно, старина. Пойдем домой. Как ты? Это не важно. Мне было видение. Ты назвал имя Леда. Она была в видении. Леда была моей женой. Ты женат? Я думал, она давно погибла, но я увидел ее. Она жива. Нужно ее найти. Хорошо, но видение мало что дает нам. Видений было три. Сперва Леда кормила циклопа во тьме забытой пещеры. Затем пила вино с ведьмой. И, наконец, пела как сирена. Что насчет сирен? Персефона показала мне разукрашенную стену. За ней скрывались сирены, пленившие Леду. Деметра сказала: «Не приближайся, не то твой разум будет отравлен!» Славный совет, спасибо вам с Деметрой. Но чем заткнуть уши? Ты мне веришь? Вот, держи! Это воск! Значит, Леда пила вино с ведьмой? Психея показала их мне. Ведьма и Леда, подруги. Они всю ночь пили вино. Сзади виднелись руины на острове Парус. Насчет видения с циклопом. Ах да! Фаоса и Посейдон взяли меня за руку и отвели в пещеры Анафи. Там... Я увидел Леду и циклопа. Я нашел этот Авлос у трупа сирены, скажем так. Авлос! Леда любила их. Думаю, она играла, пока сирены пели, сводя мужчин с ума. Совсем как она. Уверен, сирены сдружились с Ледой. Она была пленительна.
От ее песен я терял разум. Если Леда жива, я найду ее. Боги, как вкусно пахнет. Thank you.